Сегодня проходит первый в своем роде конкурс «Мистер Фиш 2015». И я вам хочу сказать, что участникам очень нелегко демонстрировать свои лучшие качества под пристальным вниманием девичьих глаз. Скажи, с каким настроением ты пришла и за кого ты болеешь? Настроение у меня замечательное, а болею я, наверное, за всех, потому что в Фиже парней не так много, и они у нас на вес золота. А теперь давайте поговорим с участником, который уже выступил на этой сцене. Какие эмоции ты получил от уже первых конкурсов? Как ты думаешь, сильные ли соперники и каковы твои шансы? Позитивные эмоции. Соперников нельзя недооценивать. А результат скажет жюри. В финал прошли 5 участников, которых ожидало 4 этапа конкурсной программы. Это визитка, интеллектуальный конкурс, презентация и творческое задание. Индивидуальность каждого участника не оставила равнодушными ни членов жюри, ни зрителей. Поэтому без призов и почетных грамот не ушел никто. Номинации «Креатив», «Целеустремленность», «Гениальность» и «Вице-мистер Фиш» нашли своих обладателей. Финал конкурса состоялся, и звание «Мистер Фиш» получил Данил Патлин. Знаешь, если бы был приз женских симпатий, скорее всего, ты бы его взял. Скажи, в чем твой секрет, и думаешь ли ты теперь пользоваться тем, что ты теперь «Мистер Фиш»? Ну, я, наверное, буду пользоваться, ведь большинство наших преподавателей – женщины. Надеюсь, мне это поможет в дальнейшем обучении. Ну, а мы желаем удачи следующим участникам конкурса «Мистер Фиш». Анастасия Новосельцева, Николай Салдаев, специально для Евразион.